Здравствуйте! В эфире телевизионный канал Local TV и программа «Новости недели» на русском языке. С вами Виктория Константинов и Сократ Грамматикополос. В наших выпусках мы знакомим вас с самыми заметными событиями, которые происходят в Греции в течение недели. Освещаем политическую, экономическую и социальную жизнь страны, где мы проживаем. Делимся новостями культурной и светской сферы. В нашей передаче мы затрагиваем важные события России и других стран бывшего Советского Союза. Добро пожаловать! Главной новостью недели стало признание Таса Самонделиса в том, что он в бытность министром транспорта в социалистическом правительстве ПАСОК брал взятки от германской фирмы Siemens. В частности, 250 тысяч евро от Siemens этот политик использовал для своей предвыборной кампании 2004 года. Признание было сделано во время допроса в парламентской комиссии, занимающейся расследованием подкупа фирмой Siemens греческих политиков. В этом ее сотрудники признались германскому правосудию. Заявление Таса Самонделиса – это уже второе подобное признание со стороны видных представителей правящих партий ПАСОК – Всегреческого социалистического движения. 2 года назад в получении взятки от Siemens на сумму в 1 миллион немецких марок признался Theodoros Tsoukatos, советник премьер-министра Костаса Симитиса и второй человек в правительстве и в партии в период правления ПАСОК с 1998 по 2004 годы. Пикантность ситуации в том, что нынешний глава правительства Греции Йоргос Папандреу тогда также входил в состав правительства Костаса Симитиса. Папандреу был министром иностранных дел. Самого Симитиса оппозиция тогда полемически называла архиереем коррупции. Как выясняется теперь, после этих двух признаний, это определение не было далеко от истины. Современная оппозиция уже потребовала в связи с расследованием вызова в парламентскую комиссию самого Костаса Симитиса. Но пока правящая партия ответила отказом. Очевидно, нужно дождаться еще одного, третьего подобного признания, чтобы ПАСОК наконец согласился, что вся система этой партии базировалась на коррупции. Минимум во времена Костаса Симитиса. Между прочим, одной из специализаций Таса Самонделиса были связи с республиками бывшего Советского Союза. По этой теме мне довелось в то время готовить репортаж об контактах министра транспорта с одним из государств СНГ. Помнится, как после мероприятия, на котором Таса Самонделиса принимали с восточной щедростью, его помощники уносили громадных размеров богато расшитый ковер. Ну, что такое ковер по сравнению с 250 000 евро от Siemens? Увы, на этом история коррупции в современной Греции не заканчивается. Про того же Манделиса ходят слухи, что общая сумма полученных им взяток составляет около 10 миллионов евро. Биография этого политика пестрит фактами, когда он, находясь на том или ином ответственном посту, принимал решения именно в пользу экономических интересов Siemens. Но вопрос в другом. Неужели таких простых фактов не замечали его коллеги по партии и по правительству? Напрашивается вывод, может быть, подобная коррупция была нормой? Но ведь членом той команды был, повторимся, и нынешний глава правительства. Сократ, а ты как считаешь, существует какой-то повод для подозрений нынешнего премьер-министра? Ну, хотя Йоргос Папандреу постарался очистить свою партию от одиозных личностей типа Манделиса и Цукатоса, он не решился все-таки сломать, снести полностью всю систему. Получается ведь то, что ПАСОК существовал на деньги от взяток, и где гарантия, что ситуация изменилась? Похоже, единственной гарантией являются лишь честные глаза самого Йоргоса Папандреу. А теперь перейдем к новостям из России. На прошлой неделе произошел очередной кровавый теракт. В Ставрополе в результате взрыва погибло 7 человек, ранено около 40. Теракт произошел у Дворца спорта, где проходил концерт. Спецслужбы подозревают как исламских террористов, так и националистическое подполье. Хотя в этом городе проживает греческая диаспора, по предварительным данным греков среди пострадавших нет. Приносим наши соболезнования родственникам погибших. Возвращаемся к новостям на тему бывшего Советского Союза. На этой неделе ветер политических перемен с Украины достиг и Афин.
вернее, дипломатического представительства этой страны в Греции. В отставку отправлен посол Украины Валерий Цибух. И об этом наш следующий репортаж. В столичном ресторане «Демархия 13» состоялись проводы Валерия Цибуха, бывшего теперь посла Украины в Греции. Президент Украины Виктор Янукович издал на прошлой неделе ряд указов об увольнении нескольких послов и представителей Украины в других государствах, в том числе посла Греции. Предыдущий президент Украины Виктор Ющенко назначил Валерия Цибуха послом в Грецию по совместительству в Албанию в июне 2005 года. МИД Украины уверяет, что сменщиков назначат в самое ближайшее время. Часть послов назначат на другие должности, другую заменят более профессиональными людьми, сообщил украинскому изданию «Сегодня» Олег Волошин, глава департамента информационной политики МИДа. Валерию Цибуху до пенсии оставался всего один год, и вряд ли его можно отнести к дилетантам. Он закончил дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР, работал в консульском отделе Украины в России, был заместителем министра транспорта, председателем Государственного комитета Украины по туризму. Так что, скорее всего, Виктор Янукович просто решил заменить Валерия Цибуха своим человеком. Хотя как посол Валерий Цибух не проявлял себя как активный сторонник предыдущего президента Украины. Такие показательные акции, как борьба за признание Голодомора геноцидом или информирование о деятельности украинской повстанческой армии, лоббировавшиеся Ющенко, проходили лишь при дежурном участии посла. Организовывались не посольством, а местным украинским обществом «Думка». На вечере, устроенном в честь отъезда Валерия Цибуха, собралось около 400 приглашенных. Среди гостей были замечены известные греческие судовладельцы, представители творческой интеллигенции, дипломатических кругов, политики, представители украинской диаспоры. Светская тусовка удалась на славу, хотя в связи с прощанием с послом имела грустный привкус. Зато отменный привкус имело местное пиво. Его стоит отметить и попробовать. Проводить коллегу приехали послы стран бывшего Советского Союза. Интересно, что за одним столом по левую и правую руку от Валерия Цибуха мирно сидели послы недавно воевавших между собой России и Грузии. Все течет, все меняется, как говорит древний Эль. Сегодня, переходя к культурной части нашей программы, мы рады приветствовать в нашей студии Ксению Николаевну Сфери Шереметьеву, потомка рода Шереметьевых и Юсуповых. Сегодня у нас в гостях Ксения Николаевна Сфери Юсупова, внучка князя Феликса Юсупова, потомок рода Шереметьевых по линии отца и Юсуповых по линии матери. Ксения Николаевна, во-первых, благодарим вас за то, что вы пришли на нашу передачу. Спасибо, что для я нас тут. Это очень Добро важно. В нашу спасибо. Добро пожаловать. Я очень довольна. Ксения Николаевна, у вас такая известная фамилия. Расскажите немного о своем роде. Как вы сказали раньше, что моя мать родилась Юсупова. Феликс Юсупов был и ее отец, и Ксения Александровна была мать, которая была дочь Ксении. Сестра Николая II и мой отец Николай Шереметьев. Русские фамилии, три очень важные русские фамилии и хорошие фамилии. Действительно. Ксения Николаевна, ну, ваша семья уехала из России довольно давно. В 19-м году. Из Крымы. Как сложилось?